И всем привет, с вами Якуран 2001, и это и снова, как всегда, на связи Якуранск. И сегодня обновляю то, что я построил Якуранск, Якуранское профессиональное училище, или же ПТУ. Вот, это, можно сказать, самое первое ПТУ в Якуранске, можно сказать. Я его построил, строительство этого Якуранского ПТУ связано с тем, что нужно расширять, можно сказать, расширять количество учебных заведений, то есть школы есть, детские сады есть, институт имени Калины имеется, и в том числе имеется техникум, но академия так не достроена, поэтому я решил сделать училище, ну, типа колледж. Так, вот адрес нас встречает вывеска Якуранское профессиональное училище. Профессиональное, почему-то написано. Ладно, сейчас минуточку. Так, вот снова здесь, просто сменим у нас возьмем вывеску. Так, у нас вот такой вот холл, где у нас студенты заходят, то есть пальцем. Учащиеся, не знаю, как называть, студенты или учащиеся, просто учащиеся. Так, тут у нас вот, просто гардероб. Так, у нас вход в гардероб, тут работник гардероба. Как ну специально. Так, далее у нас кабинет заведующего, иконку ПТУ. Стол, книжка, полка. Так, это у нас вход в коридор вот такой вот. Тут еще один коридор. Да. Так, тут дальше у нас лестница. Лестница вверх. Тут у нас как бы проводится урок технологии. Вот такой вот. Печка я стал и студия на полке. Тут то же самое. Короче, кулинария, одним словом. Так, пройдемся дальше. Тут у нас уже и вот кабинеты. Тут у нас сидит преподаватель, тут у нас студенты сидят. Так, если вот посмотреть, то. Вот, ну, просто подсчитываю количество парт, ну, мест для студентов. Ну, короче, 30 мест в одном классе. Блин, команда не работает. А, нет, наоборот, все нормально просто. Все, F1 ничего не появлялось. Так, ну тут то же самое. То есть 30 мест для учеников и место для преподавателя. Ну, другими словами, кабинеты просто одинаковые. Коридор, тут у нас диванчик, то есть студенты могут посидеть, то есть отдохнуть. Так. Поднимаемся на второй этаж, тут корпуса. Это вот окно, где вот видно вот тут. Вот. Свечку пятиэтажную. Из-за этой свечки находится Сбербанк. Тут то же самое, как и на втором этаже. Выход на крышу. Так, вот. Так, вот тут вроде должна быть лестница. Так. А, вспомнил где. Вот здесь она должна была быть. Так,
коридор второго этажа, тут кабинет одинаковый, тут зона с актовый зал, в другом конце второго. Тут проходят различные выступления, все так. Так, идем дальше. У нас директор, комната, кабинет директора. Книжка, полки, стул, двойное кресло, ну или диван, проигрыватель. Так, тут бухгалтерия. У нас просто вот, здесь бухгалтерия, то есть там, здесь печатать что-то на книжные полки, просто полки, ну камень. Так, вот третий этаж, вот там. Тут у нас 1000 кабинет. Так вот. Так же, как и в бухгалтерии, кабинет директора. А тут просто коридор. А окна отсутствуют, бывает такое. Так, дайте-ка пролезу обратно. Во второй из кабинета все же самое. Так вот. Ну и напоследок поговорим насчет насчет ваших комментариев под роликом про про общежитие, да. И вы там описали то, что один комментатор, вот Жоразавр228, написал, что ты назвать магазин, который находится на остановке, назвать его «Жизнь». Ну и, собственно, идея неплохая, но также Жоразавр228 предлагал мне еще сделать магазин «Яблоко». То, что была новость, это его так называемая газетка под названием «Кожный день». Магазин «Жизнь 24 на 7». Ну, все было так вот. Ну и, собственно говоря, на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте делиться этим видео с друзьями, писать комментарии, а также посещать мою группу ВКонтакте, добавлять меня в друзья в Дискорде, ну и, конечно, заглядывать на мой телеграм-канал. Там тоже много чего интересного. Что ж, меня зовут Якумар 21, я являюсь основателем, создателем и владельцем этого города. Всем удачи, всем пока!